Добрый день, здравствуйте. Сегодня с вами приготовим кекс. Легкий, вкусный, называется шахматный. Ингредиенты опишу под видео. А на столе вы видите муку, сахар, яйца, молоко, какао, соль, растительное масло, ванилин и разрыхлитель. Мука, ванилин, разрыхлитель. Все перемешаем в одной посуде и просеем. В другую посуду возьмем яйца, сахар, молоко, растительное масло, его же можете заменить на сливочное комнатной температуры, и соль. Берем блендер или миксер, взбиваем. Можете взять и венчик. Полученную жидкую массу добавляем в муку, но заранее отберите 1 столовую ложку муки. Остальное все можете высыпать и чуть-чуть перемешать блендером. Долго мешать не надо, а то ваше тесто получится очень-очень упругим. Или можете мешать просто с спатулой. Получится как жидкая сметана. Разделим на 2 части. Части должны быть обязательно одинаковые. А то ваши шахматные квадратики будут разные. В одну добавим какао. В другую добавим оставшуюся муку. То есть 1 столовая ложка. И все хорошенечко перемешаем. Лучше с спатулой. Но так как обычно какао бывает в комочках, сперва чуть-чуть разбейте его миксером. Все, тесто готово. Форму застелите бумагой, намажьте маслом и посыпьте мукой. Выливаем тесто одно и второе. Хорошенечко разровняйте и как бы побейте его по столу чуть-чуть, чтобы вот эти пузырьки немножечко вышли. Готовое тесто, выпекаем 180-170 градусов 15-20 минут. Это зависимо от вашей духовки. Остывшиеся коржи вырезаем вот такими кружочками. То есть это может быть стакан, крышка или какая-то форма, если у вас есть. И вкладываем в друг друга. Белый, темный, белый, темный, белый, темный. Все. Теперь все это надо будет наложить на друг друга. Но заранее промажьте или варенкой, или сгущенкой, или повидлом, или кремом. Но чуть-чуть, чтобы просто их склеить. Ваш кекс готов. Готовьте, это очень легко. Наша жизнь тоже состоит из темных и светлых пятен. Но чтобы они все были сладкие, готовьте такой кекс. Если понравилось, поделитесь. Не подписались, подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, заходите ко мне еще. Я вас всегда жду. И спасибо, что посмотрели это видео. Я благодарна вам. Пока, до свидания. Пока-пока. Встретимся.